Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Значит, что новенького? Долго рассказывать тут не буду. Сами видите прекрасно, кто состоит в моей группе. Значит, что тут есть, чего тут нет. Теперь могу вас немножко порадовать, наверное. Через партнерскую программу VSP Group сделал я свой сайт, правда, с ним еще не разобрался. Найти вы его можете вот здесь в разделе ссылочки, где опять же ссылки на мои каналы, на скачивание там возможных контентов присутствует, значит, да. И тут будет ссылочка с Pentaris Driver 51 Rus, мой сайт. Теперь вы можете его посещать, как бы еще тут сильно все не настроено, язык переключения. Главное, смотрите тут, что есть, что нет. Сам я еще ничего не разобрался, что тут есть, что нет. Так, ну и можете смотреть, наверное, тут будут видео с YouTube, то, что в YouTube на канал не лазить, например, ссылочки не смотреть, можете посмотреть тут ссылочки, но не все ссылки рабочие, сразу предупреждаю. Если что, пишите в личку, по возможности постараюсь ответить и дать ссылочку. То есть можете заходить, смотреть, все тут будет присутствовать, видео с канала, ссылочки, которые под видео на канале. То есть можете заходить на канал по ссылке, можете залазить по сайту. Ну, сайт только начал работать. Вконтакте тут еще нет перехода, блочить что-то VSP-шку, ссылку по группе. Также можете сразу подписаться на мой канал. Можете написать сообщение. Новости. Ну, ребят, только подключил, пока еще ничего, еще не совсем тут, я, можно сказать, так что не разобрался, да. То есть можете сразу и видео поглядеть. Будем разбираться со временем. Друзья, всем видите, да? Привет. Можете также тут переходить на мой канал сразу. Также можете вот на канал переходить через эту ссылочку. То есть вот, ребята, подписывайтесь в группу на канал, ставьте лайки, кто может чем-то помочь, помогайте. Будем разбираться с сайтом, будем разбираться с ссылочками. Я думаю, что ближайшие месяц, два, три, четыре. Сейчас пока еще отпускной осенний режим. Вот. Так что разберемся, и я думаю, что все тут будет отличненько работать. Видео можете просматривать, видео видите, еще нет, только сейчас сделал, подключил этот сайт, видео еще не все тут прогружено с канала. То есть еще все это, ну и разработчики сайтов тоже сказали, что еще пока это все начало разработки, так что если будут какие-то баги, косячки, поэтому не переживайте, можно это найти, если какая-то нужная информация будет в группе или на канале, опять же. Ну и переход на канал, видео, ссылки под видео, все еще это прогрузится. Я надеюсь, что все будет тут все хорошо и отлично. Так что вот так, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите, ставьте закладочку сайта, например, копируйте ссылочку и вставляете в браузере у себя вот сюда закладочку, и все будет у вас отлично. Также тут присутствует включение партнерской программы на VSP Group, то есть подать заявочку тут сможете, кто хочет монетизировать видео на своем канале. Вот, также данная ссылочка на партнерскую программу медиасеть партнерских каналов, партнерка VSP Group с YouTube,
монетизация. Также можете по ней пройти, подавать заявочку, например, вводите имя, естественно, адрес своего канала, и будут у вас рассматривать на подключение партнерки. Так что вот, ребята, переходите на сайт, кидайте ее в закладочки, мы разберемся, все, я думаю, надеюсь, будет работать. Так что всем удачи, всем спасибо за просмотр, спасибо за подписку, всем пока. Пока еще, скажем, есть время отпускное, отдыхайте, наслаждайтесь, догуливайте отпуска, готовьтесь к учебе. Так что вот так. Всем счастливо, всем пока.